Стихотворение на конкурс «Дети читают стихи». Автора Марии Воропаевой «Зажги свечу на благо людям». Прочитала ученица 5 класса Селиховской общеобразовательной школы Курской области Курского района Семыкина Анастасия, 10 лет, проживающая город Курск, улица Новая Бочаровская, дом 36. Когда в душе покоя нет, зажги свечу на радость людям. Пусть золотой не меркнет свет, а все невзгоды позабудем. Пусть кто-то камень положил в твою протянутую руку. Я верю, ты давно простил, усвоил главную науку. И мудрость пусть идет с тобой, когда пойдешь долиной смерти. И вера звонкую трубой из вечной вырвет круговерть. Надежда, вечный пилигрим, бредет с котомкой и клюкою. Поверь, что ты здесь не один, что ангел всегда с тобой. Когда в душе покоя нет, зажги свечу на благо людям. Пусть свет не меркнет золотой, а все обиды позабудем.